смену часовую, которую она получила, смотри. Напоминаю условия выполнения упражнения номер 4. Время на выполнение 10 секунд. Мишень поражает тремя и более пулями. Оценка удовлетворительна. На огневой рубеж шага марш. Занимаем удобную стойку, чтобы впоследствии не терять секунды. Смена по мишеням, огонь! Это упражнение подразумевает собой белый листок А4, и по нему стрелять намного труднее, чем с тех же 25 метров по мишени второй, где вот видите силуэт человека там. Ну, доволен, да, главное стабильность. То есть оценка удовлетворительна, меня вполне устраивает. Вот. То есть он все сделал, кроме вот этого действия, да? Что происходит? Ногу с протягом вводите назад, давление вниз. Это позволит вам спустить движение и положить его. То есть, ну, все это необходимо для успешного выполнения оперативно-служебных задач инспекторами ДПС. Ну и для поддержания необходимой физической формы. Существует определенное расписание занятий, там разнообразная тематика. То есть каждое занятие, оно отрабатывает определенные упражнения, определенные виды боевых приемов и так далее. То есть это все по расписанию делается. Требования, в принципе, к сотрудникам полиции по физическому состоянию и по развитию, то есть, как бы, да, они достаточно высокие, поэтому, в принципе, все должны бегать, бороться, ну и иметь силы.